Вже на підсумок. І я хочу, щоб ті, хто не сказали, могли ще сказати кілька слів про фестиваль, який так запалює серця ідеями і надихає. І я хочу Данилу дати слово, щоб він озвучив, на якому стані та ситуація, бо коли ми побачили стріт-арт, цей розписаний млин, то побачили, окрім одного малюнку, старі, страшні, жахливі стіни. Даниле, мабуть, ви підключіться. Два слова. Очень приятно было Надежду видеть. Довелось с ней познакомиться, встретиться. Да, она записала видеообращение, поддержала нашу общественную организацию. Вот. И, ну, такие моменты дают повод бежать вперед. Вот. А что хотела сказать? У нас, спасибо, Оль, за слово. На сегодняшний день наша общественная организация объявила конкурс, вот что касаемо тех стен, которых мы видели. Конкурс с очень простым, но дерущим названием «Мой подъезд самый страшный». Uh-huh. Цель конкурса – обратить внимание властей на проблему, на эту проблему, которая беспокоит абсолютно всех, я думаю, здесь сидящих. Вот. Этот конкурс уже идет пятый день, если мне не изменяет память. И за пять дней более 400 подъездов мы уже заявок получили. Каким образом заявки? Нужно всего лишь сфотографировать, во-первых, убедиться, что у вас подъезд действительно достоин названия страшного. Вот. Сфотографировать, отправить нам на электронную почту. 10 подъездов вы будете выбирать, да? Да, мы выберем, ну, цель какая, да, в первую очередь, это обратить внимание властей. И вторая, ну, то есть, помимо того, что мы властей внимание, то есть, нужно как-то же поощрить тех жителей, которые потрудились фотографировать. А в свою очередь... Не потрудились відремонтувати, але хоча б сфотографировать. Да, сфотографировать. Да. Вот. Поэтому с нашей стороны, ну, есть условия, безусловно, одно из условий, этот дом не должен состоять в ОСМД и не быть в какой-то частном предприятии и так далее. То есть, это должен дом быть на балансе у места, у города. Управляющей вот, компании. Соответственно, мы платим деньги, коммунальные платежи годами и так далее, поэтому ну, мы, в свою очередь, вот эти 10 подъездов, которые мы выберем топ-10, Хелпер Запорожье, я будем лоббировать местным властям вопрос о ремонте этих подъездов в первую очередь. И как практика показывает, ну, обращение Хелпер Запорожье 99%. Коли підсумки конкурсу? 18 числа, в понедельник, следующий, мы объявим, я думаю... Вы запросите ну, ЗМИ для того, чтобы показать? Обязательно, ну, ЗМИ уже рассказали о этом конкурсе и ждут результатов. И ну, Украина... а головніше подальших результатов, подальших дій. Безусловно, да, показать это мы покажем, но самое главное, хочется через некоторое время показать то, что власть сделала. Для них это большой повод завоевать доверие населения. Отже,